Юбилейная 35-я международная конференция «Внедрение высоких технологий в сосудистую хирургию и флебологию» проходила с 21 по 23 июня в Санкт-Петербурге. Как отмечали организаторы, нынешняя конференция Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов проходит в очень ответственное для специалистов этого профиля время, когда интенсивно внедряются малоинвазивные методики, включая эндоваскулярные методы, мини-доступы, гибридные технологии, объединяющие преимущества открытых и эндоваскулярных вмешательств. В ходе конференции впервые в истории общества прошел крупный симпозиум, совместный с Европейским обществом сосудистых хирургов. Еще один новый для конференции симпозиум был посвящен проблеме диагностики и лечения острого аортального синдрома. На отдельном заседании обсуждались гибридные методики выполнения хирургических вмешательств на аорте и магистральных артериях.